Все, ты что делаешь? Так. Мне показалось, или игра забагала немножко? Капельку совсем, да? Да? Ну, смотрите. Или так это возможно? Сосед. Да нет меня здесь, сосед. Я тебе отвечаю, меня здесь нет вообще. А, я выйти не могу. Пока сосед. В смысле, что ты творишь? Он сам в свой капкан попался. Да, чувак? Здорово. Я в двери застрял, он меня не видит. Это реально прикольно. Здорово, сосед. Эта дверь, короче, забагала. Я ломаю дверку. В смысле, ты ее ломал? Я ее даже не держал. Нет? Ну ладно, у каждого свои странности. У соседа ломать двери, которые открыты. Да. А, точняк. Не что да. Капкан могу взять? Эй. А теперь могу взять? У меня есть капкан. Я правда могу взять капкан. То есть я могу поставить капкан на соседа. Я думал, только он на меня может ставить. Ну ладно, теперь у меня есть капкан. Которым я с позволения соседа разобью окно. Камера. Ясно. Так, что это? Камера. Да, наверное. Ладно, его здесь нет, все ж таки. Не знаю, что произошло. А, может, мне надо сюда поставить эту штуку? Да, наверное. Сосед? Сосед, все нормально? Сосед? Сосед, все окей? Все окей? Окей, ок. Ок, сосед, все? Все нормас? Нормас? Эй, в смысле? Ага, так. Бежим к акуле, бежим к акуле, бежим к акуле. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Спускаемся по лестнице. Опять сосед свой музон слушает, а? А, наконец-то, все. Тишина. Отлично. Акула. В любой ситуации акула пригодится. А! Да почему он так зажимает-то постоянно? Я не могу выйти. А! Ай, сосед. Ладно. Акулы у меня нету. Что это печально. Тихо. Опять майонезом кидается. Сосед, харе. Он далеко сзади? Кто-нибудь может посмотреть назад уже? Мне страшно. Сосед залагал. Мне реально страшно. Это у меня не камера барахлит. Он реально так трясется. Так вообще как
страшно. Просто вот посмотрите его лицо, вот посмотрите просто. Вот. Тихо. А, поймал меня уже. Ночь наступила. Итак, мы что-то определенно с вами не сделали. Ничего, сосед дерзкий. Он сейчас все окна закрывает. Тихо. В смысле? Что это произошло? Что-то определенно произошло. Так, тут у нас акула. Так. Это? А, это мой бинокль. Так, ну в смысле? Меня здесь нет. Не важно, что свет горит. Меня здесь реально нет. Почему он не работает? Вот камера. И тебе сейчас... Почему я не могу по ней попасть? Аккуратненько берешь так, тук, и все. Вырубаем. В смысле? Так. Все хорошо, без разницы. Шар для боулинга? Серьезно? Сосед, тебе он зачем? Стесняюсь спросить. Как раз акулей. Мы сейчас окна и увидим. Так. Может быть, эти экранчики надо повернуть? О-о-о. Мне кажется, что так. Такая масса. Это включил. Там еще включим сейчас. Аккуратненько так. Оп, шагаем. Да, сосед, я тоже возмущен. Ужас, да, сосед? Сюда не заберешься, поверь мне. Поверь... Что? Что произошло? Вы видели? Он просто меня перелистнул на конец второго акта. Пока, сосед. Пока второй акт. Да? Второй акт закончен? Акт 3. Так. Ну а на этом моменте мы с вами заканчиваем. Кому понравился этот видосик, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь. Потому что для меня это очень важно. И если вам нравится вообще прохождение, пишите... класс, чувак, спасибо. Ну или просто ставьте лайки, как я уже сказал.
Второй акт мы с вами прошли до конца в этой серии, закончили, все. И чтобы был третий акт, надо на последнем видео набрать, ну, давайте хотя бы 10 лайков. Для вас вообще это не трудно. Пожалуйста, постарайтесь набрать эту цифру. И все. И третий акт уже у меня на канале. Ну а всем спасибо, кто посмотрел это видео. С вами был Крёник. Всем пока.